Материмся, ну, да. Подожди, сначала я что просто обрезали. Ну, так, прекрати эту пропаганду табака. Sort by Amarisa. Сигареты, говорю, иди. Sort by Amarisa обрезаем на подвое М9, так? Да. Говорим, где мы находимся или не обязательно? Говорим. Белгородская область, Российская Федерация. Так. Очень высоко подняты крона, значит, для того, чтобы ее опустить вниз, надо или подвязать вниз, вот, или обрезать. По трудозатратам проще обрезать, поэтому обрезаем на короткие пенечки. В надежде, что он нам отстрелит и даст 2-3 побега, и мы с них формируем крону. Да, тут прирезаем более жестко, то есть более короткие пеньки. И стимулируем рост, чуть-чуть обрежем на конкурент центральный проводник. Хотя ведущий специалист сделал бы по-другому. Но у меня свой взгляд, вот так бы я обрезал. Следующее дерево точно так же. Обрезаем на короткие пенечки побеги, на 2-3 почки. Вот. Центральный проводник, тут тоже я ударю на конкурент, то есть это вот так, укорочу, чтобы активизировать ростовые процессы. Тут есть плодовые почки, я их не трогаю, оставляем, может, одно-два яблочка оставим, чтобы посмотреть, как сорт себя ведет дальше. Смотрим дальше. Опять же, я прирезаю центральный проводник, удаляю конкурент, тут режем на пенечки, на 2-3 почки, чтобы активизировать ростовые процессы. Вот. При такой обрезке у нас пойдет 2-3 побега с каждого пореза, и мы сформируем новую крону. То есть в моем понимании вот это вот правильная обрезка. Точно так же делаем здесь. Укорачиваем побеги. И тут забираем полностью конкурент и выводим новый лидер. Вот такая вот обрезка в этом году, я считаю, будет довольно правильной. Все, спасибо за внимание. У меня все.